Прошедшая неделя осталась очень тяжелой для сотрудников силовых ведомств Башкортостана. Задержанные экстремисты рассыпались буквально на глазах при первом же зрительном контакте с героями в погонах. Так, участник акции в Баймаке Дим Давлетгильдин, по словам синовцев, прибыл в СИЗО с переломом позвонка, а уфимец Рифат Даутов и вовсе скончался вскоре после задержания. Рифата забрали неизвестные люди в неизвестном направлении. На многие мои вопросы до сих пор нет ответа. По словам ОМОНовцев, Рифат находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, чего и умер. Раньше наши силовички гордились процентом оправдательных приговоров, который за прошлый год составил ни много ни мало 0,33%. Теперь же суды, похоже, можно вовсе упразднить, ведь обвиняемые до него не доживают. Уверен, и в этот раз во всем останутся виноваты, кто бы вы думали. Иноагенты.